В спортивном клубе «Богатырь» состоялись турнир по тяжелой атлетике «Золотой Олимп» и открытое первенство Ленинского городского округа. Соревнования проходят ежегодно и традиционно собирают много участников. На этот раз здесь выступили более 80 спортсменов. Около 60 из них – воспитанники клуба «Богатырь». У нас традиционно тяжелая атлетика Московской области. Мы лидеры. У нас и в сборной команде России много спортсменов, и в Московской области. Так что рассчитываем почти все призовые места занять. Клуб «Богатырь» имеет богатую историю спортивных достижений и за годы своего существования воспитал не одно поколение талантливых атлетов. Очень хороший вид спорта, потому что он как и координационно развивает человека, да, так и придает ему силу. Естественно, он придает ему уверенности в связи с тем, что, если вы замените, то штангисты у нас всегда ходят с расправленными плечами. Вот, и отсюда даже походка меняется, а, соответственно, будет меняться положение в обществе. Сергей Ермаков занимался разными видами спорта, но в тяжелую атлетику пришел только в 37 лет. А уже через 2 года, благодаря тренировкам под руководством опытных наставников, стал мастером спорта. Мне просто рассказали, что здесь хорошие тренера, вот именно такие вот old school такая школа, то есть хорошая подготовка, хорошая, вот поэтому тут и понравилось. Юные тяжелоатлеты, глядя на старших товарищей, постепенно втягиваются в занятия и уже готовы испытать себя на состязаниях. Ну, конечно, да, хотя бы юношеского 3-го разряда не дотяну, но хотя бы это мое первое соревнование, хочу хотя бы проявить себя немного. Вот для начала я просто начала читать об этом виде спорта. Я понимала, что это классно развивает тебя, твое тело. И мне это понравилось гораздо больше, чем кроссфит или просто ходить в зал. Ну, мне показалось, что это круче. Я решила этим заниматься, и мне понравилось, и вот уже год почти. По итогам соревнований в командном зачете победу одержала команда города Видное. 2-е место заняли тяжелоатлеты из Ступино, а 3-ю ступеньку пьедестала почета заняли спортсмены из Москвы. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.